Крах социализма в отдельно взятой стране. В Беларуси нефти и газа нет. Что такое белорусский хапун? Кого винить? Людей, которые создали этот ажиотаж. И что будет дальше? В Беларуси выжженное поле. Чудо которого не произошло. Мне кажется, что все-таки нефть у нас где-то есть. Белорусское чудо. Смотрите «Чрезвычайное происшествие. Расследование».